Хотела девушку снять в ботиночках. Так, посмотрим, что происходит на улице, на террасе. Только что в туалете такая красивая женщина была. Интересно, куда она ушла. Это моя любимая терраса. Вот ничего не могу с собой поделать. Вот я надела сейчас даже маленький каблук. И уже правая нога внизу болит. Как будто гвоздь воткнули снизу прямо. Вот, когда сегодня у меня есть батарея на телефоне, как их называется, не поют эти гондольеры, к сожалению. Так, все, свои дела я сделала. Теперь пойдем в Валентино и посмотрим, что у них есть интересного. Что происходит? Очередь, что ли? Так, это у нас Версаче. Переобулась я. Какие у молодых ребят джинсы и шорты классные. Цвет. Вот эти двое. Красивые, да, шорты? Ну, они девочки-припевочки молодые. Мне надо научиться делать все медленно-медленно, снимать. Так, интересно, они свободны или очередь тут? Вот сапоги такие. Не на высоком каблуке, но все равно, видите ли, вот шортики у девочки классные такие. Сейчас она выйдет на солнышке и будет видно. Прямо женственные линии сделаны красиво. Так, запоминайте, Валентина и Версаче напротив Бауэр. Ну что ж, девчонки, я снова в Валентино. Венеция. Есть только которые черные с буквой В впереди. И нету больше тех, которые вот с такими сеточками, помните, и с заклепками. Будем мерить. Она сказала, что все размеры есть. Ой, смотрите, платье. Как в 60-х годах. Сумочки вечерние. Пайет, да, это? А это бусинки. Сумочки такие. Всем привет! Так, очень темные получается. Есть еще такой вариант, но он немножечко высокий каблук. Видите, чуть-чуть высокий каблук. Вот эти вот, которые Доната. Была Доната, которая директриса. У них какое-то здесь освещение, что вообще ничего не видно. Какое-то желтое освещение. Ой, здесь музыка мне не сделает монетизацию. Смотрите, какие сумки. Красная белая сумка. Смотрите, какой красивый кафтан такой. Мартеди. 38. 38 до вторника привезут. Но... Come lei pensa? Molto bello, sì. Molto fine. Ci può stare anche la cintura eventualmente. Cintura.
No, cintura non tanto voglio. No? No. Okay. Posso guardare qua? Meglio. А, 1200 euro. Esatto. Elegantissima. Costa che cosa? Costa? Questa 1900 la cappa. Questa è stupenda. E guardi anche cashmere? Sì, esatto. Anche questa è molto bella. Questa ce l'abbiamo anche in nero più lungo. Ah, nero più lungo. Sì. Ok. Questa quanto costa? Costa cashmere e lana? È cashmere comunque. Ah. Siamo sempre sui 1900. Devo confermarglielo, ma siamo sui 1900, sì. Sì, questo sì, abito sì. Quanto costa? Questo siamo sui 12.000 euro. 12.000? Sì, perché abbiamo tutto un abito in costruzione in paillette. Solo un istante che devo rimetterlo a posto. È finito oggi festa? C'è una festival finito? Sì, comprate abiti stelli. Так, смотрим на туристов. Между прочим, здесь проходит очень много интересных туристов по этой улице. Гондолеры. Монклер. Шанель. Ну что ж, я примерила 38,5. У них до сих пор есть. 38 мне привезут на следующей неделе. Ко вторнику, среда, она мне дала свой номер телефона. WhatsApp сказала, что она мне сразу же позвонит, когда придут 38 размер. Gucci. Как вам нравится бант Лили или что это на пиджаке? А платье они сделали прямо как у Dolce & Gabbana. Раньше такие платья делали. У меня даже есть такого цвета платье длинное с такими вот лифчиками. Австралия. Два дружка закадычных. Шанель все то же самое. Сейчас потом зайдем сюда. Все то же самое, ничего не поменяли. Ой, так рада, что решила взять. Ой, эти двое прям как два ботаника. Что решила взять при дневном свете. Вот эта вот красота, конечно. Надо еще в Louis Vuitton. Ой, я же еще должна зайти в Hermès. Забыла совсем. Быстренько зайду в Шанель и пойду в Hermès. Если, конечно, не будет очереди здесь. Какой интересный у нее комплект. Вот этот голубой с полосатой сумкой. Против солнца ничего не видно, да? Видно или не видно, девчонки? В Шанель очередь стоим.
сумочка Валентина у девочки. Смотрим пока стрит-стайл туристов. Как вам будет интересно вот такой вот? Но он что-то слишком красный, я видела на светлом цвете. In chiusura, sì, sì. Дамочка в желтом, то есть в оранжевом, в шляпе. Я хочу еще зайти в Dior. В Celine, девчонки, я не буду заходить, потому что мне не очень-то нравится этот Celine. Смотрите, какая очередь в Louis Vuitton. Как хорошо, что я засняла столько интересного в Louis Vuitton. Мне очень понравилась курточка. Jimmy Choo тоже мы уже смотрели. Не буду заходить, не буду тратить время. Пойдемте в Dior посмотрим. И вообще мне хочется шампанского. Шампанского мне дайте. Ну вот, вот как можно? Вот столько народу каждый раз. Как так можно? Пойду я выпью Космополитан. Нафиг, нафиг. Все никак не это, не разойдутся. Вот это, конечно, что за, извините за выражение, что за порнография, я бы сказала. Я бы такое за бесплатно не надела. Вот что это такое? Куда ходить вот в таких ботинках? Лоферы, да, называются. Ужас просто. Это как наши кирзовые сапоги. Конечно, кожа другая. Вот я сейчас только что примерила в Шанели из такой мягкой кожи, 1450 или 1550, не помню. Так, такие полуботинки классные из мягкой кожи, но как всегда моего размера нету. Шанель у меня 38,5 вместе с Армесом. Это у нас девчонки русские не могут перевести деньги, хотят что-то купить. Ой, Ольга, смотри, твое этро. Он закрыт, что ли? Я хочу себе в отель Монако Брунелло Кучинелли. Шелк с кашемиром, но очень дорогой. Очень-очень дорогой. Селин. Ой, скуса. Так, вот этот розовый пуловер
стопроцентно кашемировый, вижу уже отсюда. Интересно, сколько стоит. Посмотрим, это мой любимый цвет. Девушка в желтом. Все равно, смотрите, как красиво в женственных длинных платьях. Тысячу пятьдесят стоит. А платье стоит, смотрите, сейчас скажу платье, сколько стоит. Где платье написано? Что-то не написано.